Всем здорово! Это челлендж, который я взял у Морталиуса. После смерти я перехожу в новый Battle Royale. Начнем с Warzone и пойдем дальше по убыванию графики. Ну что, народ, погнали нахуй! Отсосал. Отсосал. Прекрасно, ничего себе! Бля! Что? Не понял! Еще раз! Раньше, когда я играл, там был самолет один. И сколько здесь было? Два человека. Что это? А где надпись? А, не понимаю. Давай попрыгивай быстрей. Мне нравится в Warzone то, что здесь вот надписи есть прям над зданиями. Удобно прыгать. Довольно. Алло. Вот карта в зоне, куда-нибудь сюда бы запрыгнуть, чтобы не умереть сразу же. Потому что у нас есть только одна попытка. Занять бы хотя бы какой-нибудь, не знаю, 150 человек здесь всего. Ну хотя бы, может быть, место 25, топ 25. Ну сейчас прочекнем, куда я попаду. Блин, походу я тупо сделал, да? Ладно, полетели дальше. Я планирую хотя бы вот до сюда долететь. Так, там альт. Да. Там уже перестреливаются, надеюсь, мне хотя бы сесть дадут, а то я лечу и меня стрельнут в жопу, я умру от проникновения. Ну все, давай, наконец-то, я уже почти приземлился, прям в окно было бы неплохо. Залететь прям в окно. Опа, прям в сундук, неплохо. Пистолет мне не нужен, потому что... Ну, не нужен мне. Так, лутаемся. У нас есть броня? Нет. Не буду брать, хотя на меня это... Разведка, захватить район. А, думал, это кого-то надо убивать будет. Вот еще один сундучок. Так, такая у меня, да? Да. Это лучше, необычная, а это редкая. Да, тут намного лучше. Ну как намного? Не намного. Это бронированное стекло? Да. Ты перезарядиться ему не даешь, что ли? Я не понимаю. Еще бы дробовик надо было взять. Там где-то люди стреляются, я слышу еще сундук опять. Залетаю в окно. Вот. Под губы закидываем себе броню, как снюс прям. Сундук. Где все хую, я не понимаю. Будет в окно и побежать. Это кто? Снайпер по мне кто-то? А, это лампа. Там кто-то ездит. Летит пиздюк. Могёт, чё-то могёт. Так, еще сундук. Щит. Оу, щит. Стоп. Окей. Еще сундук. Много сундуков. А, так, здесь не сундук, здесь. Что? Что это? Отсосал! Бомжара, блядь. Закидываем снюс. Что это? Бедарочка. ППшка. Ну это говно. Вообще бы с ППшкой ходить? Есть кто-то. Он пока еще не едет. О, еще едет. Тихо. Уезжает, все прекрасно. Под губу. Закидываемся. У меня нет, все. Сосал. Нормально я разношу. Давно не заходил я из... Ну, мало у меня снюса как-то. Снюса ед. У меня не кажется лучше. Еще серая. Это что? Не знаю, лучше ли это. Окей, ППшка. Мне ППшка мне нравится. Классная ППшка. Еще снюс нашел на полу. Так. Боеприпасы, да? Разведка, да не страшно, 300 метров до туда идти. Так. Слышь ты, блядь, ты где там, но? А, вон ты где. Ай, да ты чертила, ладно, я побежал. Потому что... Отсоси. Да в смысле? Не по таймингам, крыса какая. Свинья просто, окей. Это ГУЛАГ. Выживи, чтобы вернуться на фронт. Надеюсь. Победишь здесь,
Петушок, петушок, петушок. Сюда сейчас заспамим его. Заспамил, бля, умер. Окей. Следующий батл рояль. Так, выпрыгиваем. Куда же нам выпрыгнуть? Сюда, тиммейт мой говорит. Окей, выпрыгиваем сюда. Взять щит от крыс, например, можно, я думаю. Да, это лучше всего сделать сейчас. Да и вообще, без разницы, когда можно это лучше сделать. Алло, я выбрал, давай быстрее, кипи 5 секунд. Я бешеный чик-пук. Это что? Фиолетовый мяч? Правда, фиолетовый мяч. Алло, куда ты меня оттаскиваешь? Опа, я знаю, что такое армир... А, ты что, не бежишь? А, ты же так бегаешь, да. Армированный кейс. То есть там какое-то большое оружие. А, в принципе, сейчас я его открою. Я пытаюсь на шиф бегать. Это не мой тиммейт. А, останется. Блин, дробовик. Такое не нужно сейчас для меня вещь. 500. У меня 600. Открой. А. Окей, сейчас мы заплатим. Все, я богатый человек. Еще один. Давай, ломайся. Нож. Ну, нож, кстати, это неплохо. А, это не армированный. Жаль, чё? А, кто-то отряд уже убил. Я думаю, тиммейт отвлек. Пистолет. Теперь у меня есть парашют. Неплохо. А, кстати, может быть, надо было экзопрыги взять, который прыгает сейчас, чтобы прыгать. Где все бомжи? У меня есть щит. На кнопочку 6. А, у него даже нет кнопки. Неприятненько, неприятненько. Опа, броня. Халява, сэр. Сейчас мы спидим. Опа. Опа-опа-опа, хуйло. Подойду к нему сейчас. Блин, хорошо, что мы тебя живой. Он только с пистолетом? Понимаю. Вот я обосрался, как с подривы прям. Окей, это... Это что это? Ну, это... Ничего страшного. Здорово, чел. Можешь меня обсирать. Я уже сам обосрался, не надо. Слышишь, там патроны. Тебе не нужны, что ли? Вот ты, конечно, богат. Я хочу тебе покупать по 1000 патроны. Мне показалось, что кто-то идет. Мне, наверное, показалось просто. Я хочу посмотреть на мяч. Я видел, что тут был мяч. Леща. Понимаю. А где мяч? Блин, срал мяч. О, монетка. О, это что, деньги, доллары. Всего лишь на 500 долларов. Или меньше, не увидел я. Что это такое? У меня мяч фриц. Что это там у тебя? Человек? Ай, обидно. Ломай, сломать можешь? О, бизон, прекрасно. ППшка. Так, ищем этого говнаря, который убил меня с ППшки. Но может быть надо было... Ай, что? Так. Вот это я наркоман, конечно. Ты его кокнул? Да чё за говно, убей его! Ой, прекрасно, бля, красавчик. У меня шприц. Шприц! Шприц, мед! Найс. Молодец. Он меня ждет. Ну, блин, я не понимаю, я играть не умею, что ли? Ну не может быть такого, не может быть. Я вообще киберка, машина. И все, в принципе. Вот эта штука, я помню, перезаряжается вроде бы. Да, ты перезаряжаешься, надеюсь? Да, перезаряжается. Это хайпово. Убить кого-нибудь с Зевса было бы неплохо, кстати. Но у меня есть. Хотя это лучше выглядит. Дробовик вообще. Что? Что, чел? Что? Бля, кто-то летает? Я думаю, что это... Умер? А, нет, я думал, что челик умер. Опа. Это не тиммейт. Опа. Перестал стрелять, что его загасили. Да! Фак. Ну ничего страшного, у меня есть 25 секунд. Живи, чел, я в тебя верю. Я знаю, что ты не умрешь. Блять. Давай, 12 секунд. Ты увидишь его ноги, если что. Так. Прекрасно, все идеально. Закинуться бы с Ньюсом. Сюда залечу. Потому что здесь нет людей. Оранжевый мяч. А что здесь на цветные мячи появились?
Окей, тут что-нибудь залутали, походу, да? Я сейчас... Что тут есть? Можете хотя бы мне, не знаю, медшприц оставить? Могли, вот, жлобы какие. Новое обновление Майнкрафта, что ли? Почему дверь? О, нормально, доллары. Почему дверь каменная? Вот, что это? Зачем так сделали? Бежим, бежим лутаться, блядь. А что делать еще? Больше нечего. Нормально, я, конечно, борец. Отбивать камень, и только не знаю, кто может. Такие звуки еще классные. У меня деньги есть же, да? Чем купить? Ну, почти ничего вообще. Может быть, юмп? Медшприц? Возьму. Юмп. Было. Мне бы муху было бы неплохо, кстати. Топ. Топ-3, да, наверное, уже? Где мой дрон? Летит, летит, летит. Муха летит, блядь, где ты? А, вот ты. Повезло. Прекрасно, ничего себе. Вот это подгончик. Что это, медшприц? Ничего себе. Медшприц. Броня. Прекраснейший петушок. Как прекрасно. Чел, ну спасибо тебе, бля, большое. Я, конечно, притупил и взял. Отсосал. Захавал просто. Летит, летит, муха. Соснул. Соснул. Дохавал. Бля! Сожрали меня, давай, чел. На тебя вся надежда. Аккуратней, чел. Гоу. Гоу, гоу. Оу, фак. Ой, пизда моему человеку. И шприца нету, все. Смерть, 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 смерть. Ё-моё, вот дурачок, конечно. Ну не так тупо не умрешь, нет, я не верю в тебя. Найс. Купи медшприц. Оу, фак. Бай медшприц. Четвертое место. Тупой должно человек, но нет, он молодец. Все, переходим в следующий батл. Вот я тут в своем костюме. У меня есть железные яйца, вон. У меня, я думал, их два, а у меня их, оказывается, четыре. У меня четыре железных яйца, так что яйца у меня железные, и их четыре. Так что я не боюсь ничего, просто я сейчас пойду ломать лица. Вот возьму этот дробовик с собою, и все. Конечно же, благодарим водителя, потому что он молодец. И падаем куда-нибудь, не знаю, насрать, еще летим куда-нибудь сюда. Давай лети, Абеля, быстрее, нахуй, че такой медленный? Спидеран жизни у нас сейчас происходит. Ой, блядь, что так много людей-то? Ну ничего страшного, сейчас получит пиздюлей. Главное ресурсов побольше надыбать, чтобы ну, сразу не умереть. Вот я буду сейчас лесорубом, дровосеком, гомосеком. Ой, блин, железо. Кто, заберите свой металлолом. Я каменщик, я работаю 3 дня. Без зарплаты. Бля, я потек. Сундук там, бежим быстрее. Го-го-го. А в смысле? Сундук, значит, наверху, окей. Бежим. Блять, золота слишком много у меня. Надо будет его потратить как-нибудь. Если хотите, потом начнем что-нибудь скупать. Это всего лишь надо ничего, поставить лайк и все. Вот, значит, что это? Возьму пока все, потом буду разбираться, что мне надо, что нет. Я же слышу... А, я понял где-то. Вот ты где. Вот, это намного лучше. Так, это мне надо. Вот это выкинуть, это выкинуть, это тоже выкинуть. Я мог не так это делать, да кому это волнует? Так, а где все люди? Я видел, столько было много людей. Надо сейчас будет пойти деревья добывать. Почему мне на эмке так везет? Когда я не играл сам, мне вообще ему почти не выпадались. Это понадобится. Сверху тут есть сундучок. Окей, добываем все. Забираем, забираем. Бинты. Так, и что это? Револьер. Револьер. А где же дробовик? Мне нужен дробовик, любой, дестрички, помпа, что угодно. Чел, ты мне что-нибудь расскажешь? Давай я кого-нибудь возьму. Уничтожь деревья. Окей, деревья уничтожать. Вообще люблю его. Ненавижу природу, ух. Мне там с ней надо поквитаться. Захаваем. Я сам слюрповый, зачем мне еще слюр? Ну понятно, я, конечно, капаю, но, блин. Добудем дерево. Еще 9 деревьев. Окей. О, нормально, нормально. Ну, неплохо довольно. Типа, и, конечно, прям до такого ора можно бы не орать. Но оружие неплохое.
Во, все, заработали. Так, у нас есть ресурсы, задание выполнено, и надо бы теперь... Что же надо делать? Тратить ресурсы. Ну ладно, надо бы убивать, захавать в рыбке какой-нибудь. Где я всрал все места рыболовные? Так, я не понял. Ты откуда по мне застрелил? А, вижу, вижу. Давай, нападай. Ты же хочешь? Давай, я знаю, что ты хочешь. Давай. Давай, давай. Еще давай, давай. Ой. Блин, может что-то с тобой поделать другое? А тут вообще какой-то бот. Ой, у тебя там вообще ничего не осталось. А ну-ка. А ну-ка. Ну точно, бот. Ну что это, блядь? Кирки, кирка, кирка. На кирочку, на кирочку. Ой, сожрал просто. Бот какой-то, блядь. 100%. Ну я не заходил давно в форт, наверное, основно только боты сегодня будут играть. Я буду захавал. Все прекрасно у меня. Давай в нектарку залетим, чекнем там людей и вообще залутаемся. Может быть еще. Ну, подхилиться, мы уже фловы вообще. Надо было на рыбу оставить. Ступил немного, ну ничего страшного. Давай, спидран, где? Опа, кто-то пробрейл машину. И мне кажется. Прекрасно! Что же мне сделать? А, ну я, пожалуй, пойду запущу щелика. Что? Мне показалось? Я жил, что это был чел. Чел! Ты чё? Ты чё, испугался? А-а-а! Ну опять, вот. Ай-ай-ай-ай-ай! На кирочку, бомжа. А чё с ними делать, с этими ботами еще? Блять, я не захилился. Ну хорошо, что я нектарки. Я сейчас пойду захилить просто. Кто мне звонит, блять? И пишет, не пиши, не звони мне больше сюда. От тебя говно воняет. Так, бочки, бочки. Вон там большие бочки, я их, пожалуй, поломаю. Если что, спиздим колеса и полетим просто. Буквально. Это так будет, как будто я взял что-то запрещенное и полечу, типа, в голове у себя. На самом деле, буду в конвульсиях дергаться. Вот и все, я захилился. Где? Я слышал выстрелы. Алло. Я нападать побежал. Так. О, неплохо, неплохо. Ой. Не то сделал. Сделал фигню. И... Жабка, жабка. Прошу прощения. О, неплохая рыба, кстати. Надо будет еще побольше половить. Так, две у нас такие. Блин, выкинуть бы лук, я думаю. Ну, он мне пригодится же. Окей, ладно, я не знаю, что это лучше, но это быстрее хавается. Ладно, без лука побегу. Так, челиков не вижу вообще, где все люди? Что такое? Это я это строил вроде бы, ну почти, вот это не я. Вот это похоже, это я строил, да. Прекрасно, рыбощит. Вот что за везение такое, зачем мне так? Еще на два раза мне хватает. Опа, кто-то рыбу вонючку словил. Ну, рыба капля. Вообще не знаю, почему рыба капля вонючая, странно. Так. Так. Ой. Блин. Давай сейчас я броню его собью. Так, броню сбил. Все, теперь на кирочку, на кирочку. А. Ты будешь убегать от меня, что ли? Я не понял. Вот, 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 стой, 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 бот. На кирочку. Вот и все. Так, дальше идем, ведем свою охоту. Стоп, я хотел еще поймать рыбы. Надо было, наверное, рыбу захавать и на кирку его раздробить просто, но со скоростью света. Блин, не против течения идет вода, вообще не по кайфу. Вот, вот. И опять ты мне это даешь, спасибо. Не знаю даже, что захавать. Ну, захавай потом щит. Сейчас такое, о, щит. Ну, я думаю, пока что не буду хавать. Мне этого нормально, достаточно. Все, побежали. В зону. В зону. 19 секунд. Окей, успею ли я? До зоны идти еще так много, 600 метров. Бежим с спидранером. Сейчас будем, если что, мы захаваем рыбу, если будет нас зону догонять.
Ладно, не жалко, одну рыбу захаваю, ничего страшного не произойдет, я думаю. Все, спидраним. Тачка. Даже вот даже рыбу можно было не захавать. Хотя, если сейчас я быстро добегу до машины, и она закончится у нее. Да не должно закончиться. Но рыба все равно будет. Ой, рыба. Машина все равно будет быстрее. Раптор. Ну я не буду его превращать, потому что это. Ну, бессмысленно. Я уже превращал одного раптора, и он вообще никудышный. Так, вижу, вижу, чело, чело, вижу. Так, это уже вряд ли бот. Ты говно? А ну. Соснул. Давай, где ты? Ой. Да не меня, блядь! Топ-15, ладно, пойдет. Но это, блядь, еб... Свинья! Ну ладно, идем в следующий батл. Вот мы запустились в катке. Это что, почему вода? Это такой, я не совсем сказал бы, что новый батл рояль, но он стал free-to-play, поэтому вы можете скачать его в стиме совершенно бесплатно. Ссылку я вряд ли буду оставлять, ну вот, короче, и последняя игра вот на этом вот. Это... А как там его зовут? Я уже забыл. Да и, в принципе, не важно. Если что, я... Название будет там в описании. Название, то есть не в описании, а в самом названии видеоролика будет название этой игры, ведь по идее. Вот. Вот это чебуреки, они могут без бигбоксить. Битбокс, вот, я битбокшу. И больше я ничего не знаю. Можно вещей понадавать. Хуело, вот этот пластилиновое. Вот, мы летим, мы едем. Я хуй знает, мы летим на фуре куда-нибудь. Куда летим, а потом выпрыгиваем мы. Ну просто, блядь, сейчас я покажу. Куда-нибудь в замок давайте вот туда. Вот так вот мы летим. Я сделал себе скин. Очень удобные очки, чтобы видеть дальше. Кепка, чтобы не пекло бошку. Юбка, чтобы было удобнее бегать. Это что такое за хуйло там? Алло! Ты что? Так быстрее, быстрее за оружием. Потому что руками драться можно, но там 10 хпшек все забирает. Иди. Помойся, иди. Спидраним. Где все оружие? Я вижу мод. Мотоцикл. Если что, можем слинять отсюда. Где все оружие, бля, они внутри, что ли? Они же там внутри уже забежали. Неприятно, неприятно. Бля, бежит, походу, за мной. Там топает, бегает. Я сейчас возьму дробовик. И устреляю тебя. Убью. Что это? Магия, магия. Ой, он за мной, за мной. За мной, за мной. А ну, отсоси. Я сам себя убил. Блядь, еблан. Иди в жопу помой. Блядь. Чел, 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 чел. Так, пистолет. Ну, хоть что-то. Вот это я прокурист, конечно, да? Согласен. Сам удивляюсь, какой я прокурист. Так, мосинка. Неплохо. Вроде бы это мосинка, не значит. Что на самом деле. Там, блядь, стреляются эти бомжи. И сейчас... Блин, я дебил. Что это? Опять пистолет. Нахуй мне ваш пистолет? Что это происходит там? Алло, вы стреляетесь и без меня? Опа. Где вы, блядь? Умер. Блядь, дебил, не перед... там же перезаряжаться надо. А, упал, блядь, вон его ресурсы. Так, у него какая-то калаш, поэтому я побанихоплю и ухожу отсюда. А! Что? Не понял! Еще раз! Что это? А, супергерой, блядь, полетели тогда. Это множитель XP, что это? Допустим. Первый уровень, ну было легко довольно. Блять, такие палки, и что это меняет? А, вы двигаетесь? Ебать. Ну, не, я бы не сказал, что это сложно, вообще изи. Изи, да. Так, это... Что это такое? Что это такое? Я умер, ну и понятно. Это последний батл рояль, давайте я его по... Лучше...
Что, я не умер еще? Это второй шанс, типа, да? Или как это происходит? Я дам ему еще второй шанс, потому что... Так будет неинтересно. Давай я на... Что? Я блядь, не успел даже ничего еще сделать. Там уже стреляются. У меня нет оружия. Опа, оружие есть. Ну, это такое себе оружие. Ой, я вижу хуево. Так неудобно. Да ты дурак, почему ты сам не можешь перезарядиться? Ой-ой, больно-больно, все-все-все, я понял. Дадут на пиздюли сейчас. Все, я ухожу. Понял, все, не бей меня. Чувак, не бей меня. Уйди. Оружие. Дурак. Бежим. Уходим. Сдох. Я не понял. Сложная игра. Давайте еще раз. Это только этой игре, потому что... Она последняя. Да и упортая какая. Смешная игра. Если вы хотите, я могу поснять отдельный ролик. Это что-то мне голову свернул. Когда хрустнул шеей и открыл себе вид от третьего лица. Да? Что это я? Попал в рай? Слышь ты, блядь, битбоксер, ёбаный, блядь. Я тоже так умею. Так как делают ДЦПшники, наверное, в этой игре. Я не знаю, кто хочет такую игру играть, но это... Не знаю, если играть, это только дрочить. Я не понимаю, как в эту игру играть. Летим. Вот сюда прилетим. Что это я? Я когда падаю, я теряюсь в пространстве, я не понимаю, что происходит. Так, дробовик, юм, аптечка. Перезарядиться сразу, потому что и то тоже надо перезарядить. Потому что он тупой. А, это третья. Граната. Пистолет. У меня вот, обычно такой двуствольный пистолет у меня. Это... Что это? Давай посмотрим. Хаешка, наверное, да? Просто обычная. Что это? Неплохо. А это что? Это флешка. Знаете, классно довольно. Классно. Это такой же? Нет. Что это? Бомба с глазами. Я кину ее? Чё? Ой. А, нифига себе. Прикол. Ты можешь дать пиздюлей? Кто ходит? Кто это? Я в окно пролез. Бинты. Так. Еще смог, походу. Ну или еще какая-нибудь классная граната. Я слышал. Я лягу. Ты меня видел? Так, патронов мне, у меня есть патроны, прекрасно. Где? Что у тебя там происходит? Блядь, можешь мне гранату? Залезай в эти щели. Что? Ты меня ждешь, типа, да? Я же не тупой, я сейчас по карнизу заберусь к тебе, блядь, в окно. Вот это я... Блядь, вот это прокурист, конечно. Мне это нравится. Здорово, блядь.
Да что это я, бля? Блин, я чуть не умер. Сохились. Душа. А ну-ка. А ну-ка, отвали. Что это? Я знаю, что можно в окно залезть. Опа! Ты дурак? У меня патрон нет! У меня патрон нет! Ааа, нифига, у тебя гранат какая есть! Что это? Эта игра такая упортая! Кто хочет, можете потом попробовать меня добавить в друзья, я всем оставить, нет? Окей, как полетели. Аккуратно! А что это? Я чуть меня не прищемило. И первый уровень прошли. Блин. Ух, я выжил, выжил. Куда? Мне дадут второй шанс, надеюсь. Юдай. Я дед, блядь. Ну и что, я дед? Я воевать же могу? Могу. Что это? Карс, Юра. Что-то плохое, походу, да? Залетаем на трубу. И ломаем себе голову. Чё? Нечестно, нечестно, нечестно! Что? Пинг? Что это? Это он где-то... Что это? Я не понимаю. Ты где, блядь? Что такое? Что это такое? Граната. Да ты меня бесишь. Блять, ну что это? Это вот, потому что я первый уровень у меня был, да, блять? Поэтому меня телепортируют сейчас. Такой антибаф. Что? О! Блять, ты можешь мне дать что-нибудь? А, вот все. Это дробовик. Блин, тупой! Давай, давай. А, у меня даже нет оружия. Вообще патрон нет ни на что. Ой! Кло. Да почему? Отвали! Что? Блять, патрон, нет, ни на что, ничего нет. Чел. Либо это классная штука, то, что я тебе телепортируюсь, или... Наоборот, алло! Ой, опять оружие, которое без патрона, походу. Патроны, патроны. Пизетка. Ты... Кто там бегает? Да... Ага, что это у тебя там такое страшное? Что это у тебя такое? Это сейчас честно? Я ухожу, ухожу. Да что ты... Не убивай, не убивай! Я ультую, ульту. Лови. Ай, лови, блядь! Полетел. Поехали, поехали. Тут же... Да, есть зона. На ходу. Нормально, я спрыгнул. У меня патрон нету.
Бля, вообще нет патрона, ничего нет. Блять, по мне что-то стреляет, хуйло. Фум, блять, стоит. Блять, я, короче, беру свой мобиль обратно и сейчас доеду до него, потому что... Идти это Unreal просто, меня все время телепортируют. Алло. Походу, правда, антибаф какой-то. Ну это и баф одновременно же. Куда ты полетел? Понимаю. О-о-о. У меня же нет патрон. Да ты дурак! А, я вообще не против. Потому что могу себе позволить. А ты тупой не понимаешь, зачем нужно в щели ходить? Это читы! Ой. Опа! А, не можешь, да, попасть в меня? Давай, 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 давай. Да. Я не понимаю. Сложно, очень все сложно. Я не в зоне. Вообще по жопе настреливают. Понимаю. Ну вот такой был Battlegrounds. Если вам понравилось, ставьте лайк. Я, возможно, организую вторую часть сам с другими батл роялями, но это вы мне предложите в комментариях. Всем спасибо за просмотр и пока!